Аркадий Думикян – один из самых популярных и любимых певцов армянского происхождения. Исполнил такие хиты, как «Папина дочка», «Брат», «Ереван». Аркадий Думикян родился 27 мая 1989 года в городе Смоленске, где до сих пор проживает его мама Инга. Аркадиуш. Так ласково в детстве мама называла сына. Дедушка Аркадия Думикяна из Армении, города Ташир. У певца замечательная и любящая семья. Красавица, жена и трое очаровательных детишек. Две девочки и один мальчик. Известно, что интерес к музыке Аркадий проявлял в раннем возрасте и занимался в музыкальной школе. В репертуаре певца можно услышать прекрасные песни, для создания которых потребовалось много сил и усердия. По итогу музыкальные композиции приводили слушателей в восторг. Помимо концертов, Аркадий выступает на праздничных мероприятиях. Свою музыкальную карьеру Думикян начал в 2014 году. Став популярным, он начал и петь дуэтами с такими певцами, как Арменчик, Супер Жорик, Армстронг, Мелисса. В этом выпуске ТОП-5 мы представим вам самые популярные песни Аркадия Думикяна. Пятое место. «Папина дочка». Выросла дочь, не представлял себе, не заплетает мама косички уже. Клип набрал 26 миллионов просмотров. Одна из самых популярных песен на армянских свадьбах. Особенно востребована на танце невесты и отца. Композиции уже более 5 лет, но она актуальна и в наши дни. Музыка и слова Арсена Косиева. Белое платье плачет отцова душа. Папина дочка, любовь ты свою нашла. Четвертое место. Сареров, Дзореров. Горами, ущельями. Ахарет вон цесаре, ситним кезановаре. «Горами и ущельями мое сердце дошло до моей половинки, и заблудшими дорогами двумя сердцами вместе. Летним солнцем тебя обниму, чтобы мы стали луной, и весь мир узнает о нас». Музыка и аккомпанемент Вартан Галстян, слова Харутюн Харутюнян. Клип поражает своими красивыми локациями. По сюжету Аркадий, прогуливаясь одним осенним днем, встречает прекрасную девушку. Романтично и необычно приглашает даму сердца на свидание. Третье место. Чампатвек. Дайте дорогу. Ануш заинит ес каротем, кохам пойрин, ахен кан мотем ес, сирумем кес. Премьера клипа состоялась 24 августа прошлого года. Сегодня клип посмотрели более 33 миллионов раз. Музыка и аккомпанемент Вартан Галстян. Слова Харут Тизян. Горы, дайте мне дорогу, чтобы дошел к своей любимой и не опоздал. Север и юг, скажите, куда мне идти, чтобы соединиться со своей любимой и быть счастливым? Сюжет клипа про дружбу, любовь и соперничество. Юсис харав асекур ганам, вор мионам, им сиро хет лианам. Второе место. «Красная роза». Или тайну свою, о любви своей никому, чтобы как снила. «Красную розу тебе я сорву, и подарю я ее красоту, прикосновение, сердцебиение. Красная роза – пламя любви. Бархат играет, колют шипы. Все так случится, это не снится». По словам припева, можно понять, что один из любимых жанров исполнителя – песни про любовь, армянский романс. Музыка и слова Арсена Косиева. Клипу более 4 лет, и он набрал 36 миллионов просмотров.
Эта композиция повествует о сильных романтических чувствах обычного парня к девушке, обладающей прекрасной внешностью и милым характером. Съемки проходили в живописной Греции. Артист говорит, что все песни о любви посвящены его жене, Светлане. Билеты на каждый концерт продаются со стремительной скоростью. Это говорит о том, что певца очень любят и ждут его поклонники. Красная роза, пламя любви, бархат играет, колят шипы, все так случится. Это не снится. Первое место. Брат. Много людей хороших на земле так много, друзей надежных и достойных много, и рядом с ними быть всегда я рад. Лучший из лучших, под солнцем и тучей, мой брат. За тобой полечу, за тобой побегу через боль. Лучший из лучших, и нет тебя круче, мой брат. Один плюс один не превращается в ноль. Текст песни об истинной дружбе, которая не знает границ. В ней умело использованы простые аккорды на гитаре, которые создают мелодичную и интересную атмосферу. Вложенный смысл песни повествует нам, что настоящий друг всегда поможет, несмотря на все невзгоды и противоречия. Аркадий и Араик говорят о том, что находясь на разных концах планеты, можно сохранять и чувствовать ту самую дружбу, которая станет опорой в тяжелые времена. Песня исполнена совместно с братом Аркадия Артиком. Слова и музыка Арсена Косиева. Большинство поклонников творчества артиста восхищены тем, что делает Аркадий. Искренне желают мужчине не потерять источник вдохновения и радовать новыми композициями. Кроме новых треков и многочисленных концертных выступлений, поклонников Думикяна ожидают множество премьер красочных клипов.